Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер-кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ранее с помощью 500-тонного гидравлического пресса мы разрушали очень прочные и твердые предметы, например, такие как стальная кувалда. При нагрузке в 380 тонн она разлетелась на 4 здоровенных куска, которые все сметали на своем пути. Огромный стальной шар диаметром 80 мм от стального подшипника нам раздавить так и не удалось. 500 тонн, кажется, для этого было недостаточно. С помощью болгарки мы сделали в шаре вот такие надрезы глубиной около сантиметра. Они должны конкретно так ослабить шар. И вот очень интересно, будут ли разрушения у этого шара происходить только по этим надрезам. Получился более интересный результат. Да, несомненно, большинство разрушений произошло по заранее сделанным надрезам. Но, тем не менее, есть еще очень много мелких стальных осколков. Особенно это заметно здесь, когда мы все это собрали отдельно, на бумагу. Есть и большие осколки, которые обломались по заранее сделанным надрезам, так и видны значительно более мелкие. Интересно, если сделать надрезы на такой же кувалде, будет ли разрушение ее происходить по этим надрезам? Что-то тут пошло все вообще не так, как ожидалось. Хоть мы взяли кувалду точно такого же производителя и такой же массы. Кувалда хоть и разрушилась, но разрушилась она как-то не так. Вообще не по запланированным надрезам.
Ого, она ощутимо так нагрелась за период деформации. Сейчас для интереса возьмем пирометр и замеряем ее температуру. Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. И температура ее на данный момент составляет более 50 градусов. И это учитывая то, что пирометр я нашел тоже не очень быстро. На это ушло, наверное, минуты 3-4. Самый, конечно, эффектный результат, если кто помнит, произошел, когда мы такой здоровенный шар от подшипника попробовали заморозить в жидком азоте и положили его на стальную бронеплиту. Только тогда разлетелся не стальной шар, а эта бронеплита. Ух ты, да и много делов она натворила. Какой легкостью стальные осколки этой плиты разбили плиты из ДСП, которые были на заднем фоне. Предлагайте в комментариях, какие предметы вы хотели бы испытать на прочность 500-тонным гидравлическим прессом. И не забывайте подписываться на канал, кто на него еще не подписан.